Ребята, всем добрый вечер. Смотрим Самвела. Милана, привет. Милана пришла в садик, а у нее на голове такой кавардак. Воспитатель завязала ей хвостики. Тут заплела косичку. Милан, посмотри на меня. И, короче, беспорядок на голове. Ой. Никита, скажи привет подписчикам, а то они тебя давно не видели. Привет. А то мы кушаем без тебя, ты тут ешь. Никто тебя не видит, думает, что ты где-нибудь непонятно где, да? Вот, Люда, что ты хочешь? Я все-таки вернулась домой. Пить, сейчас идем, я тебе дам, а что плакать сразу? Чего сразу плакать? Иди сюда. Горлышко очень хорошо. А почему оно у тебя болит? Нет, это моя. Не твоя. Ну давай я тебе в твою налью. Саш, ну ты же знаешь, что она не пьет. Я знаю, что она не пьет. Ну налью сейчас, господи. А что там 10 кружек стоит? А я не знаю, что там 10 кружек стоит. На, Миланочка. Я сейчас вот, к примеру, допиваю свой кофе. Или свое, как правильно. Ой, что такое? У тебя что, горло болит? Греночки. Греночку хочешь? Люда, ей можно гренку дать? На тебе, не зажаристую, а такую. И Никите. И Никите сейчас дадим. Никита, ты гренку будешь? Два хочу. Никита, гренку будешь? Зачем тебе две? Ну, бери вторую, бери. Будешь, нет? Никита, ты гренку будешь? Гляньте, какие греночки. Сейчас. А чего? Ну, не хочет есть. Будет? Я хотел греночку ему. Чего они фрукты никто не едят? А почисти банан, слушай, я хоть банан я... съем. А что, ты не можешь почистить? Ну, я ж одной рукой снимаю, как я ж могу. Ни одной рукой не могу чистить. Или зубами меня чистить. Полное уважение к жене. Полное уважение, я ж не говорю, почисть банан. Дама с Амстердама банан почисть. Слушай, я вчера эти пакеты донесла, у меня тут так болит. А представь, как я каждый день практически с магазина их ношу. Слушай, я не хочу. Куси. Я не хочу. Ну хорошо, не нервничай только, не нервничай. Я вчера, кстати, нектарин попробовал, мне такой мягкий попался вообще. Сладкий? И сладючий такой вообще. Мне такой кислый попался. Вообще, прям кислятина. Я съела сначала арбуз, потом персик укусила. Кислый. Я думала, может, после арбуза? Думаю, ну, чуть попозже съем. Съела вообще. Я перед тем, что есть, выбрался. Я самый мягенький. А что ты глаза закатываешь? Все, до свидания. Слышишь, я рассказываю, за глаза закатываю. Своей маме лучше закатывать глаза. Что ты за мной прешься?